Исполняющий обязанности главы городского округа Люберцы Владимир Волков, а также секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий посетили объекты для львового строительства в ЖК «Томилино». Собственники квартир в домах 7, 8 и 10 ждут ключи с 2017 года. Новая компания, которая взялась за продолжение строительства, пообещала, что ждать осталось несколько месяцев. Однокомнатная квартира стандартная. Стандартная, да, с полной отделкой, на полу ламинат, стены, обои. Долгожданный дом на финишной прямой. Во время предыдущего визита дольщики видели в своих квартирах только голые стены. Сейчас к новоселью практически все готово. Ну, отделка неплохая. White box. Ну, может, материал, конечно, не супер премиум, но нейтральный, совершенно нормальный. Можно заезжать и жить. Откосы у окон не пластиковые, а штукатурят. Вот. Ламинат нормальный, не линолеум. Я сейчас не чувствую абсолютно ничего, и все свои эмоции я отложил до того момента, как получу ключи. Этого момента Мария Маух ждет уже 5 лет. Квартиру в ЖК «Томилино» приобрела в начале 2017 года. Ключи обещали выдать уже через 8 месяцев. И даже сейчас, когда дом практически достроен, девушка не верит, что скоро переедет в собственное жилье. Я уже за 5 лет столько обещаний наслушалась, что я не верю уже ничему. Обещаниями кормила недобросовестная строительная компания. В итоге объявление о банкротстве и приход нового застройщика. Его работа под тотальным контролем. Они все будут стремиться к Новому году, желательно приехать сюда на стульчике и встретить Новый год. Я согласна. Приложим все, приложим. Для того, чтобы дольщики встретили Новый год в своих квартирах, строители должны завершить работу в конце октября. Далее заключение соответствий и процедура передачи жилья через арбитражного управляющего. По словам руководителей проекта, уложиться в эти сроки реально. Мы сейчас проводим завершение работ по устройству инженерных коммуникаций, отделочные работы, работы по благоустройству, подключая наружные сети к внешним источникам энергоснабжения. На сегодняшний день те обязательства, которые сегодня перед дольщиками, они выполняются. Поэтому сегодня нет опасений, что жилье будет завершено. Все это на контроле. В стадии завершения 3 корпуса жилого комплекса. Это дома номер 7, 8 и 10. Ключи от квартир получат 467 дольщиков. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.